Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Созависимость и тревога. Пишет автор. Значит, чувствую, что настало время для перемен. Я хочу найти психолога, который будет вести меня, пока я не избавлюсь от этого состояния. Я чувствую себя в капкане. в своем собственном городе. Опуская драматизм, могу сказать, что развелась с мужем-абьюзером, с которым первые пару лет все было хорошо. Далее, несмотря на позицию, большую зарплату, постоянную работу над собой, стал сомневаться в себе. Муж постоянно говорил что-то вроде «у тебя это не получится, ты тупишь, оставь это мне, я сделаю лучше, я не знаю, как люди понимают тебя, ты не умеешь разговаривать». Прошло время, прежде чем я поняла, что это газлайтинг. В процессе развода со мной хотел побеседовать наш семейный друг, у которого в жизни были американские горки. Его жена, на тот момент моя приятельница, постоянно следила за ним, устраивала дикие сцены ревности с разбитыми окнами, наймом детективов, проверка телефона. Мы оба устали от этого экшена в жизни и сами не поняли, как стали встречаться. Это был шок для всего нашего окружения, об этом долго не могли забыть, хотя прошло 5 лет. Теперь я тот человек, которого так сильно ненавидят в женских пабликах, называют разлучницей еще более нехорошими словами. Я полностью осознаю, что произошло, и гордиться тут нечем. Из-за меня страдал мой бывший супруг, потому как он лишился сразу жены и друга. Эта ситуация сделала из его бывшей, наверное, вы хотели сказать, из бывшей вашего настоящего мужчины, а не его бывшей, вашего бывшего супруга, еще более неадекватного человека. У нас все это время занимается слежкой, вплоть до того, что подкупает консультантов, где я покупаю одежду, они же ей докладывают, что я взяла. Подкупает работников дорожной службы, чтобы те следили за моей машиной и рассказывают обо мне то, чего никогда не происходило. Параллельно меня беспокоит то, что с мужчиной, с которым все это произошло, наши отношения стоят на том же месте. Он позаботился о том, чтобы наши дома были рядом. Мы часто остаемся вместе, часто уезжаем вместе, его семья приняла меня, моя семья знает его. Но это весь прогресс за 5 лет. Он считает, что я живу в будущем, я понимаю, что мне недостаточно того, что происходит сейчас. Мне недостаточно его присутствия, его нахождения дома. Я сильно скучаю по нему, когда он в поездке без меня. Тем не менее, я просыпаюсь и засыпаю в тревоге. Меня также тревожит, что любой человек, с которым я сталкиваюсь, сможет оказаться знакомым его жены. Из-за этого мои новые знакомые считают, что я холодный, а другие же говорят, что я скован. Хотя раньше все было иначе. Предупреждая ваш вопрос, скажу, что кроме воспитания детей, веду свой бизнес, управляю своей командой, помогаю его сестре со стартапом, у меня есть друзья, хотя их список сильно предел. Хожу на занятия по языку и с собой мне не скучно. Раньше была уверена, что созависимость связана с тем, что у меня много времени, но судя по всему, это не так. Без него мне ничего не хочется делать, качество жизни на нуле. Он говорит, как такое может быть, у нас все хорошо. Если бы была возможность повернуть время назад, я бы приняла другое решение. Да, нам обоим жаль, что мы выбрали не тех людей, хотя знали друг друга больше 10 лет. Да, это мужчина, которого я люблю, но сопутствующие события, его боязнь, хотя я считаю нежелание жить под одной крышей с женщиной, и моя уязвимость в том обществе, в котором мы находимся, сильно перевешивает все очарование, в котором я находилась. Есть ли шанс избавиться от этой тревожности и стать счастливой без созависимых отношений? Ну, я думаю, что задавая такой вопрос, вы сами, наверное, догадываетесь, что шанс есть. И судя по тому, как написан ваш текст, шанс довольно высокий. Хотя бы потому, что вы видите проблему со зависимостью. Это хорошо. Но, понимаете, еще лет 20 назад, например, а может быть даже и 15, а может быть даже и 10, точно я не скажу,
люди не использовали такие слова, как принятие себя, личность и так далее. Сейчас люди эти слова стали использовать. Совершенно точно 5 лет назад не было распространено слово газлайтинг, так как сейчас. То есть термины, какие-то новые понятия все же как бы приходят в наш обиход. Но это не меняет суть жизни людей, потому что то, что вы называете созависимость, это хорошо, но от этого менее созависимой вы не становитесь. И для вас опасность, на мой взгляд, заключается в том, что вы свою созависимость как бы обосабливаете от самой себя. Да, вы вроде бы говорите что-то типа того, что раньше я думал, что созависимость от переизбытка времени, ну, от большого количества времени. Да, вы говорите, что сейчас вы поняли, что это не так. Вроде бы вы это говорите. Но тем не менее, повторюсь, на мой взгляд, опасность заключается в том, что вы созависимость называете созависимостью. Это все-таки как бы термин больше специфический. Использование его в бытовом как бы пространстве, ну, несколько размывает критерии этого состояния. И самое главное, отвлекает человека от, скажем так, сути самой проблемы. Проблема созависимости заключается в неполноценности того, кто созависим. Ну, точнее, в мыслях о том, что человек неполноценен. И созависимому всегда нужен кто-то, чтобы почувствовать себя полноценным. То есть, условно говоря, в основе лежит некоторое непринятие части себя. Некоторое ощущение, что я неполноценным. Ну, это не обязательно выглядит так, что вот со мной что-то не так, и как бы... Поэтому я буду там зависеть от кого-то. Нет. На практике неполноценность человека проявляется не в привычном комплексе, да, как, например, у некоторых людей. На практике созависимость неполноценность проявляется в том, что человек запрещает себе. И это очень важно. Проявление каких-то чувств, каких-то эмоций, какой-то позиции. Запрещает себе проявление отношения. Вот личная ответственность человека – это признание и выражение своего отношения к чему бы то ни было. И, соответственно, коль вы оказались в той ситуации, в какой оказались, я могу предположить, что вы запрещаете себе определенное проявление. Проявление определенного отношения, определенной позиции, определенных чувств. Не следуете им, не позволяете им себя направлять. Собственно говоря, это, на мой взгляд, и является краеугольным камнем вашей ситуации. Ну и созависимости, конечно, в целом. Естественно, что то, о чем я говорю, не является исчерпывающим. Но, в общем и целом, надеюсь, вам мой посыл такой глобальный понятен.
Теперь, что касается тревоги. Тревога – это ощущение опасности. Это чувство постоянной опасности. По большому счету, тревога является, ну, для простоты, разновидностью страха. С той только разницей, что страх имеет четкую конкретную причину. Например, страх высоты, страх лифтов и так далее. То есть человек точно конкретно знает, чего он боится. В случае с тревогой не всегда понятно, чего именно человек боится. Но тревога все равно присутствует. Вот ваш настоящий мужчина говорит, что вы живете в будущем. И это очень тонкое замечание, потому что тревожный человек действительно не живет настоящим. Я прошу понять меня правильно. Я не говорю о том, что вам, то, что вам недостаточно чего-либо, неверно. На самом деле, недостаточность чего-либо, ну, в данном случае, да, недостаточность чего-либо, не связана напрямую с ответственностью, не связана напрямую с тревожностью. Вот. Как бы может быть проявлением, да, но напрямую не связано. Поэтому тревожность это, скажем так, с одной стороны, непринятие какой-то реальности, какого-то аспекта реальности. С одной стороны, а с другой стороны, тревожность – это недоверие себе. Когда в чем-то я себе не доверяю, когда в чем-то я не доверяю своим, например, реакциям, например, да, своим, ну, своему состоянию, допустим, своим чувствам, допустим, возникает тревожность, потому что я должен контролировать. Необходимость контроля возникает там, где я себе не доверяю. Опять же, это ни в коем случае не означает, что полностью контролировать все не нужно. Но в некоторых случаях, например, в том, что вы описываете, надеюсь, у меня получится это продемонстрировать, контроль излишен, так скажем, да, вот. Но, тем не менее, вы продолжаете его использовать. Либо, ну, скорее всего, по привычке, скорее всего, по привычке. Вот. Дальше. Значит, ну, найти психолога, который будет вести меня, это очень хорошо, да, не совсем правда. Понятно, как именно вы будете искать, потому что, ну, самый очевидный, как бы ответ на этот вопрос, это то, что вам должен понравиться ответ. Но психотерапия так устроена, что вам может понравиться ответ на свой вопрос. Но в том, что касается, например, именно терапии, да, непосредственного взаимодействия, здесь ситуация может быть принципиально иной. И может так получиться, что терапевт вам просто-напросто не подойдет. Даже если ответ вам его понравился. Потому что ответ все-таки это больше такая, я бы сказал, обзорная история. То есть это обзорная работа. Вот. Не терапевтическая.
и, условно говоря, сделать обзор. Это одно, а провести или проводить терапию, это другое. Поэтому, к сожалению, я вынужден констатировать этот факт, что я понимаю ваше желание найти специалиста, и вы, безусловно, молодец, что вы ищете, но, на мой взгляд, формат вы выбрали для этого неверный. Вот. Ну, впрочем, это только мое мнение, и я не претендую здесь на истину. Дальше. Я чувствую себя в капкане в собственном городе. Вот, собственно, основание для созависимости. Потому что, когда вы говорите, что чувствуете себя в капкане в собственном городе, вы говорите о чем? По сути. Вы говорите про ограничения. Но ограничения вам, как я понял, никто не ставил. Ну, в смысле, вас не ограничивали в свободе. Вы не привлекались к различным видам ответственности. Уголовной, административной и так далее. А значит, реальных оснований для ограничений нет. Но эти ограничения есть в вашем сознании. И вот это очень важный момент, когда человек, наверное, сказать, что придумывает себе ограничения, не совсем было бы верно, да? Именно так сказать было бы не совсем корректно. Но тем не менее, когда человек становится автором своих собственных ограничений, и появляется необходимость зависимости. Почему? Потому что когда я ограничен в чем-то, я чувствую свою несвободу. Когда я чувствую свою несвободу, мне, конечно, от этого неприятно, мне, конечно, от этого тяжело. И когда мне от этого тяжело, я, естественно, пытаюсь с этим что-то сделать. И легче всего это сделать с другим человеком. Легче всего это сделать, когда есть кто-то рядом. Вот вы именно этим, на мой взгляд, и занимаетесь. Вы занимаетесь тем, что пытаетесь преодолеть собственные ограничения посредством как раз-таки другого человека. Ну, понятно, что у вас это не получается. Но, тем не менее, тенденция все же присутствует. Дальше. Опуская драматизм, могу сказать, что развелась с мужем-абьюзером. Пишите вы. Ну, здесь бросается в глаза то, что вы опускаете так называемый драматизм. И с одной стороны, кажется, что это проявление вашей силы. Но с другой стороны, если вы говорите про драматизм, то я полагаю, что вы его чувствуете. И у меня к вам вопрос, а как вы его выражаете? Как вы выражаете то, что какая-то ситуация кажется вам драматичной? Здесь дело не в том, драматична ли она на самом деле или нет. Это не так важно. Важно то, что этот драматизм вы ощущаете. Если вы чувствуете, что какая-то ситуация для вас является драматичной, если вы так себя чувствуете, мне важно понять, и вам важно понять, как вы с этим обращаетесь, как вы это выражаете, как вы проживаете вот тот факт, что какая-то ситуация кажется вам драматичной.
Это очень важно. Важно именно потому, что в проживании значимых для психологической жизни человека явлений, происшествий, событий прямо влияет на его психологическое здоровье, на его психологическое состояние. Но если вы, в той или иной степени склонны к тому, чтобы этого не делать, то вот вам прямая предпосылка для того, чтобы чувствовать то, что вы чувствуете. Прямая предпосылка для того, чтобы чувствовать ограничения. То есть, иными словами, ограничения находятся не в людях, которые что-то делают. Люди могут делать все, что угодно, и некоторые люди довольно-таки эксцентрично себя ведут. Я думаю, что вы и сами это знаете. А дело в том, как вы на это реагируете. Вот, на мой взгляд, реагируете вы весьма сдержанно, реагируете вы, скажем так, стыдом, вот, реагируете вы виной, потому что вы говорите, что ваш бывший супруг страдал от того, что потерял друга и так далее. Вот. Здесь налицо вот эти рэкетные, к сожалению, чувства. Дальше. Значит, развелась с мужем абьюзером, которым первые пару лет все было хорошо. Ну, здесь важно отметить, что развод — это травма, так или иначе. Неважно, как вы к этому пришли, да. Вот, развод — это травма практически всегда. Соответственно, если для вас это травма, травму необходимо прожить. Вот. И, соответственно, как вы проживали травму развода? Неважно, рады вы были развестись или нет. Это не так важно. Вот. Дальше. Значит, с мужем было пару лет все хорошо, а потом я стала сомневаться в себе. Пишите вы. Ну, не случайно же вы стали в себе сомневаться. Я думаю, что какие-то предпосылки для этого имели. И, конечно, вы можете сказать, ну, собственно, вы об этом прямо и говорите, что это муж, вот он там меня подавлял и так далее. И, безусловно, это правда, у меня нет оснований вам не верить. Но есть один важный момент, что не только муж ответственен за то, что с вами происходит. Вы такое впечатление, что пытаетесь вот доказать себе, что вы достойны. Вот есть у меня такое чувство, что пытаетесь вы прямо вот доказать, что вы достойны, что вы достойны, ну, может быть, всего того, что у вас есть, или может быть, чего-то еще. Так однозначно мне сейчас сказать сложно, но есть такое впечатление. И поэтому вам нужно подумать, а вы-то сами что сделали для того, чтобы начать себя сомневаться? Как так вышло, что вам нужно вот
позиция, вам нужна позиция, зарплата, работа над собой, чтобы в себе не сомневаться. Случайно ли это? Опять же, задаю я вам этот вопрос. И на мой взгляд, совершенно не случайно. Вот. Так что муж здесь скорее мастерски отражал вам то, что вы сами ему транслировали. Муж мастерски отзеркаливал вам то, что вы сами, скорее всего, о себе думали. И вопрос заключается в том, что он просто подтверждал вам ваши опасения. Но главное здесь заключается в том, что у него было, что подтверждать. А ваши сомнения были с вами еще до, как мне кажется, того, как вы со своим мужем начали быть вместе. Мне кажется, что ваши сомнения были до брака. Возможно, они были с детства. Возможно, появились в какой-то, ну, определенный период времени. Вот. Так это сказать однозначно было бы достаточно сложно, поэтому гадать мне бы не хотелось. Тем более, что мой коллега Кутрещев Игорь Леонидович провел такой вот некоторый анализ вашего прошлого возможного, и, соответственно, повторяться здесь мне бы не хотелось. Дальше идем. Значит, муж постоянно говорил, тебе это не получится, ты тупишь и так далее. Я думаю, что эти фразы, скорее всего, вы в той или иной степени говорили сами себе. Вот такое у меня есть предположение. Есть у меня такое ощущение, что эти фразы вы сами себе говорили. Это ваши мысли. Да, ваш муж их озвучил. Да, вам неприятно от этого. Да, вашего мужа это не оправдывает. Но мы здесь не для того, чтобы кого-то оправдывать. Мы здесь для того, чтобы разобраться в вашей ситуации. Поэтому я думаю, что причина, по которой его слова оказывали на вас такое воздействие, именно эти причины, по которым его слова оказывали на вас такое воздействие, заключается в том, что вы как бы, ну, в определенный момент допустили, что он прав. Вот и все. Здесь. Другой вопрос. Откуда у вас это? Другой вопрос. Откуда у вас борьба за, что называется, место под солнцем? Вот. Не из контроля ли? Может быть, и чего-то еще. Вопрос это, конечно, очень важный. Ну, для вашего будущего и для психотерапии в частности. Потому что напрямую влияет на восприятие вас и на понимание ваших трудностей, понимание того, какие они, ваши трудности.
Дальше. Значит, так, прошло время, прежде чем я понимал, что это говорит. С одной стороны, да, с другой стороны, это отражение вас. Процессы развода со мной хотел побеседовать наш семейный друг, у которого в жизни были американские горки. Вы пишете далее про его жену, я не буду повторять это, не буду это перечитывать ввиду бессмысленности в данном случае. Вот, скажу только, что сама фраза «хотел побеседовать наш семейный друг» звучит несколько странно, из чего я делаю вывод, что вы довольно рациональный человек и какие-то вещи предпочитаете рационализировать. Вот прямо-таки до последнего. То есть до последнего вы будете рационализировать ситуацию. Хотя все говорит о том, что ситуация немножко другая. И все были бы выигрыши, если бы вы признали бы, что она другая. Но по причине того же, например, стыда, по причине тех же, может быть, страхов, может быть, тревоги, может быть, чего-то еще, вы это не ну, как бы, отрицаете. И в результате, к сожалению, создается большее количество проблем, чем могло бы быть, если бы вы признали. Да? Дальше. Вот вы пишете, мы оба устали. Да, вам, безусловно, здесь, конечно, много сочувствия, но то, что вы устали, не имеет ничего общего с тем, что устал мужчина. Ваша усталость — это ваша усталость, а его усталость — это его. И со своей усталостью ему нужно даже сейчас работать самому. Понимаете? Но вы выбрали немножечко по-другому. Вы выбрали опереться друг на друга. Здесь я со своим коллегой Кудряшовым Игорем Леонидовичем соглашусь. Сменили вы шило на мыло. Потому что в сути своей ничего не изменилось. Ну да, человек теперь вас откровенно не уменьшает. Но что изменилось глобально? Как вы не доверяли себе, так вы себе не доверяете. Как вы зависите от человека, так вы зависите. Понимаете, какая штука? И вот вы говорите, я его люблю, но там меня что-то не устраивает и так далее. Вот. Мне кажется, дело здесь не в любви. Возможно, и любви там нет. Дело в том, что вы так, условно говоря, и не отдохнули. Дальше. Вы пишете, сами не поняли, как стали встречаться. Вот это очень тревожный момент, потому что начало отношений, как мне кажется, момент серьезный. Начало отношений — это важное событие в жизни человека. И если вы сами не поняли, как это случилось, а иными словами, не заметили своего участия в этом, то получается, что вы в отношениях до сих пор как будто бы неосознанно. Понимаете, да? Вы неосознанно до сих пор находитесь в отношениях. И это, наверное, в этом
вместе самое неприятное. То есть такое важное событие. Вы начали отношения. Ну, вы говорите, я сама не поняла, как это произошло. Понимаете, да? Дальше. Это был шок для всего нашего окружения. Об этом долго не могли забыть, хотя прошло 5 лет. Это вопрос выбора. Вопрос выбора вами окружения. Вопрос того, те ли люди вас окружают. Потому что, ну, в какой-то степени я мог бы представить себя на месте вашего окружения или одним из вашего окружения. И могу сказать, что мне, в общем-то, по большому счету, все равно, с кем вы встречаетесь. Если вы мой друг, партнер, коллега, знакомая, то почему меня должна волновать ваша жизнь, личная жизнь? Вот это, честно говоря, то, что для меня является, ну, вот, в какой-то степени, я бы сказал, показательно. Вы выбираете в окружение тех людей, которые внимательны к жизни других, судя по тому, что вы описываете, больше, чем к своей. И не очень хорошая новость заключается в том, что это не случайно. То не случайно вы выбираете таких людей. Не случайно такие люди оказываются в вашем окружении. Вот. А еще вы можете, ну, еще вы можете сказать, наверное, что вам не все равно на этих людей, потому что они могут уйти. Ну, вы, в общем-то, практически прямым текстом об этом говорите. Вы говорите, что список ваших друзей существенно поуменьшился. Вот. И получается, что люди, узнав о том, что вы вот, ну, что вы начали встречаться с другим мужчиной, да, изменили к вам свое отношение. Я могу здесь только лишь задать вам один вопрос. Если для людей оказалось самым важным в вас, ваша личная жизнь, уверены ли вы, что такие люди вам нужны? Уверены ли вы, что с такими людьми у вас общие ценности? Что такими людьми у вас схожие жизненные позиции? Уверены ли вы в этом? Вот об этом я хочу вас спросить. Дальше идем. Теперь я тот человек, которого так сильно ненавидят в женских пабликах, называют разлучницей и более нехорошими словами. Есть ощущение, что вы себя вините за то, что сделано. Это еще один кирпичик в сторону вашей зависимости. Потому что здесь, в данном аспекте, проявляется как раз-таки тема ограничений, которые вы себе столь охотно ставите. Вот. Понимаете? Я думаю, что
для вас вряд ли будет секретом то, что я сейчас скажу, но нельзя никого ни с кем разлучить, если люди этого не хотят. Мне кажется, что здесь вы берете на себя, что называется, слишком много. Вы слишком много на себя здесь берете. Вы берете на себя ответственность за других людей. Понимаете? При этом, скорее всего, вы игнорируете свою собственную ответственность. А я-то чего хотела, когда это все происходило? Я-то к чему стремилась, когда начинала отношения? Я-то как видела этого мужчину? Кем он для меня был? Кем он для меня является? И на эти вопросы нет ответа. Потому что вы говорите, что мы, что сами не поняли, как начали встречаться. Понимаете? Понимаете, да? Вот тут и получается вот эта вот ловушка. Дальше. Я полностью осознаю, что произошло, и гордиться тут нечем. Но, как бы, здесь вы, на мой взгляд, ну, как бы, может быть, повторяете мнение других людей, с одной стороны. А с другой стороны, мне кажется, что вы, как бы, переключаетесь на социальный разрез того, что произошло, который неоднозначен, это правда, с своих собственных целей, своих собственных предпочтений, своих собственных желаний, понимаете? Ну, не мудрено и не удивительно, что вы этим не гордитесь. Я, со своей стороны, всегда высказываю уважение людям, которые пробуют что-то менять. Хорошо это или плохо, не так важно. Они пробуют, они молодцы. И вы попробовали, и вы молодец. Надеюсь, вас в данном моменте это хоть немножко поделать. Дальше. Из-за меня, пишите вы, страдал мой бывший супруг, потому как он лишил сразу жены и друга. Вот поразительным образом вы берете ответственность за другого человека. Вы берете ответственность за страдания мужа, который вас принижал. Вот. При этом вы игнорируете тот факт, что и жены, и друга ваш бывший муж лишился вследствие своих действий, вследствие своего выбора. Потому что если бы его дружба с вашим мужчиной была бы настоящей, она бы никогда не закончилась. Вот. Но вы готовы, на мой, по крайней мере, взгляд, вы готовы с легкостью начать самобичевание. С легкостью начать себя бичевать. Игнорируя при этом, еще раз повторюсь, выбор, решение, поведение других людей. А ведь это очень важно. Именно другие люди в ответе за то, что с ними происходит в их жизни, а не кто-то еще. При этом, повторюсь, вы не замечаете своей ответственности. Например, за начало
отношений. А начать брать ответственность по-хорошему нужно было бы именно с этого. Понимаете, да? Дальше. Эта ситуация сделает его бывшего еще более неадекватного человека. Нет. Вы снова выберете ответственность не за то. А почему-то вы игнорируете сами же свои слова, где вы писали, что жена следила за ним, устраивала дикие сцены, разбивала окна, нанимала детективов, проверяла телефон. Она уже такой была. Не важно, стала ли она такой в отношениях с этим мужчиной, или она всегда была такой. Это не так важно сейчас. Но важно, что вы здесь не при чем. Я просто хочу показать, как вы практически постоянно берете на себя ответственность за других людей. При этом, повторюсь, не замечаете свою. Дальше. Вот вы описываете, что она за вами следит. Вот. Тут нужно вообще-то вопрос решать в правовой плоскости, то есть обращаться в правоохранительные органы, писать на человека заявление, вот, и так далее. Потому что здесь вообще-то идет нарушение закона. Идет нарушение, прямое нарушение закона. Да? Вот. Вот ситуация в том, что так вы можете себя защитить и показать в общем и целом, что с вами, ну, как бы не нужно связываться. А что делаете вы? Я не уверен, но, по-моему, вы испытываете жалость к этому человеку. Дальше. Да, и вы жалуетесь нам о том, что она делает. Параллельно меня беспокоит то, что с мужчиной, с которым все это произошло, наши отношения стоят почти на том же месте. Смотрите. Здесь я всегда говорю следующее. Большая проблема, когда отношения между людьми становятся важнее самих людей. Отношения между людьми – это следствие взаимодействия людей. А важнее все же люди. Когда вы говорите о том, что ваши отношения стоят на месте, вы говорите о том, что вы перестали, по сути, принимать человека. Вы перестали, по сути, принимать человека, который находится рядом с вами. А может быть, и не принимали никогда. Понимаете? И именно поэтому я позволил себе усомниться в том, что то, что вы чувствуете к мужчине, который находится рядом с вами, есть любовь. Потому что вообще-то любовь – это безусловное принятие партнера. Но не только, конечно. Сейчас об этом подробно я говорить не буду, потому что запрос ваш немножечко про другое, а хронометраж моего ответа и так уже достаточно большой. Идем дальше. Вы пишете. Он позаботился о том, чтобы наши дома были рядом. А что сделали вы?
Мы часто остаемся вместе, часто уезжаем вместе. Его семья приняла меня, моя семья знает его. Но это весь прогресс за 5 лет. Такое ощущение, что вы не уверены в собственной ценности для мужчины. Это первое. И второе. Такое ощущение, что у вас есть некоторые сложности, я бы сказал, с выражением своей позиции, что ли, в отношениях. То есть, когда человек, условно говоря, максимально свободен в взаимодействии с другим, и максимально свободен в, ну, например, в своих проявлениях, да, вот, и так далее, то отношения развиваются естественным образом. Это не означает, что они будут такими, какими мы хотим. Нет. Но это означает, что так легче всего понимать и, внимание, приходить к тому, к чему два человека могут в отношениях прийти. Дальше. Он считает, что я живу в будущем. Я понимаю, что мне недостаточно того, что происходит сейчас. Мне недостаточно его присутствия, его нахождения дома. Я сильно скучаю по нему, когда он в поездке без меня. То, что вы описываете, связано с вытеснением части вашей личности. По крайней мере, на мой взгляд. Нужно постараться увидеть, что именно вы вытесняете, а в первую очередь, какой вы себя чувствуете, когда скучаете, ну вот, по человеку или без человека, вот. И, соответственно, это послужит вам началом изменений. Что вам, грубо говоря, ну вот, можно, так скажем, поправить, что вам можно и нужно, так скажем, ну, использую такое слово, хотя оно не очень мне нравится, подтянуть, да, грубо говоря. Вот. Сейчас у вас с этим есть трудности. Вот это, на мой взгляд, очень важный аспект. Дальше. Тем не менее, я просыпаюсь и засыпаю в тревоге. Меня также тревожит, что любой человек, который меня сталкивает, сможет оказаться знакомым его жены. Так, что вас тревожит-то? Вот. Значит, ну хорошо, будет как бы знакомый, которого вы встретите, знакомым его жены, и что? Что дальше? И что? Ну, в смысле, его жена, она и так за вами следит, как бы, чего изменится-то? Не совсем. Здесь эта ситуация ясна. Дальше. Вы чего-то боитесь? Точнее, боитесь с чем-то сталкиваться. Предупреждая ваш вопрос, скажу, что кроме воспитания детей, веду свой бизнес, управляю своей командой, помогаю сестре со стартапом. У меня есть друзья. Хожу на занятия по языку, и с собой мне не скучно. Ну, скажем так, большая занятость может свидетельствовать, конечно, о том, что вы склонны себя избегать. То есть человек, который достаточно большим количеством вещей занимается, он может избегать встречаться с собой. Поэтому здесь крайне важно
убедиться в том, что все это, вот все то, что вы делаете, не является, ну, таким, знаете, бегством от, ну, от себя. Я бы так это бы сказал. Потому что если это бегство, то как бы толку от того, что вы вот делаете то, что делаете, ну, никакого нет. То есть вы перечислили как бы вот свои заслуги, опять же. И собственно, все на этом. Вот. Ну, правда в том, что заслуги у вас могут быть какими угодно, а как бы внутреннее ощущение, что какая-то вы не такая, да, все равно остается это раз, два. Вы говорите, что вам с собой не скучно, но как бы вы говорите также о том, что скучаете по мужчинам. То есть в какой-то момент вам с собой все-таки становится скучно. Давайте это признаем. Дальше. Раньше я была уверена, что зависимость связана с тем, что у меня много времени нет. Она связана не с этим. Без него ничего не хочется делать, качество жизни просто на ноль. Он говорит, как такое может быть, у нас все хорошо. Возможно, потому что вы здесь не готовы признать, что не все хорошо. Это первое. И второе, ну, как бы вот, взять ответственность за эту позицию. То есть, ну, сказать, нет, дорогой, у нас не все хорошо. Извини, но у нас не все хорошо. А мужчина может уйти после того, как вы это скажете. И вполне возможно, что вы как раз-таки этого боитесь. Вполне возможно. Я не знаю. Вы поймите. Я не знаю, так это на самом деле или нет. Но кажется мне, кажется, что одна из одним из оснований вот того, что вы описываете, вполне может быть таким. Дальше. Значит, следующий момент. Так, сейчас. Значит, так. Если бы была возможность повернуть время назад, я бы приняла другое решение. Какое? Нам обоим жаль, что мы выбрали тех людей, хотя знали друг друга больше 10 лет. Опять же, я призываю вас к тому, чтобы говорить только за себя, чтобы не говорить за другого человека. Старайтесь все-таки говорить именно про себя и про свои чувства, про себя и про свои ощущения, про себя и про свои переживания. Вот, не нужно как бы говорить про других людей, потому что за другого человека вы не отвечаете. Это очень важный момент. Необходимы личные границы между вами и другим человеком. Одним из оснований созависимости является отсутствие личных границ. Когда есть вот эта вот формулировка «мы то, мы другое» и так далее, нет никаких «мы». Понимаете, «мы» актуально только для других людей, когда, например, семья встречается где-нибудь с другой семьей. Или когда семья встречается с друзьями. Да, тут имеет место «мы». Это правда. Но между вами никаких «мы» нет. Когда это «мы» есть, оно замещает вам себя.
в твою ответственность. Поэтому тот вопрос, на который вам желательно ответить, звучит так. А где я? Где я в отношениях? А где я во взаимодействии с, ну, вот, как бы, с мужчиной, да? Где я? Понимаете? Вот где конкретно я в этой ситуации? Где он в этой ситуации? Понимаете? Отдаете ли вы себе отчет в том, когда происходит перемена? Когда он появляется, когда его, например, становится больше психологически, чем вас. И наоборот. Понимаете, какая штука? Вот на это нужно обратить вам свое внимание. Не на мы, а на это. Дальше. Да, это мужчина, которого я люблю. Как это проявляется? Но сопутствующие события, его боязнь, хотя я считаю нежелание. Почему вы не верите, что он боится жить под одной крышей женщины, моя уязвимость в том обществе, в котором мы находимся? А что это за уязвимость? Расскажите, в чем она заключается? Сильно перевешивает все очарование, в котором я находился. Понимаете, какая штука? Очарование это не про любовь больше. Очарование это про влюбленность больше. Это не про любовь. Любовь это, я бы сказал, несколько другое. Вот. Поэтому вот хотелось бы несколько уточнить у вас этот аспект. Вы говорите про любовь, а я спрашиваю вас, вот, точнее даже не спрашиваю, а просто вот показываю, да, демонстрирую, как бы, ну вот то, что вы описываете, нельзя назвать в этом смысле любовью, да? Ну, какие-то другие моменты, может быть, да, какие-то другие моменты, но это то, что вы описываете, не любовь, к сожалению. Может быть, что-то вы не назвали. Может быть. Но пока что так. Дальше. Следующее. Ну и, собственно, вопрос, да, на который я уже отвечал. Есть ли шанс избавиться от этой тревожности? Да. Ну, спросите себя следующее. Вот я назвал довольно много моментов, которые, как мне кажется, достаточно важны. Я уверен, что с чем-то вы не согласны. И это нормально. Это нормально. Абсолютно нормально, что с чем-то вы не согласны. И спросите себя, что из этого вы готовы менять. Вот, к чему из этого вы готовы, ну, может быть, прислушаться, да? Что из этого вы готовы как-то вот принять, не согласиться, не взять на вооружение? Об этом никто не говорит, а просто для начала попринимать. Ну вот, просто попринимать.
То есть, ну, взять так вот, примерить, посмотреть, а как это, а как я себя чувствую, когда ну, вот это так, например, да, допустим. Как, например, я себя чувствую, когда представляю, что те люди, которые вот, ну, как-то вот не так оценивают, как-то не так воспринимают то, что я начала встречаться с тем мужчиной, с которым встречаюсь, да? Не особо мне и нужны. Что со мной происходит, когда я об этом думаю? Какие мысли у меня возникают? Какие чувства у меня возникают? Вот. Возникает ли вообще что-то? Понимаете, да? Вот на это вам нужно обратить свое внимание. И чем лучше вы это сделаете, чем лучше вы вот чем больше, точнее, внимания вы этому уделите, тем лучше будет вам. И тем лучше вы сможете понять, в какую сторону вы хотите двигаться. И хотите ли двигаться вообще. На мой взгляд, по большому счету, не так важно, какой специалист работает. Потому что все специалисты плюс-минус работают, на мой взгляд, одинаково в плане эффективности. Вот. Ну, кому-то подходит один специалист, кому-то подходит другой специалист, это понятно. Но вот, как я и говорил, от ответа на ваш вопрос ничего не зависит. Вот. К сожалению или к счастью. Но человек сам работает над собой. Специалист помогает. Поэтому, на мой взгляд, не так важно, кого вы выберете. Не так важно, с кем вы будете работать. Я бы даже предположил, что ваш выбор специалиста, вот вы говорите, хочу найти психолога, да, вы будете искать, смотреть, оценивать, взвешивать, вот, ну, там, все за и против, например. Мне кажется, главное, чтобы это в какой-то момент не стало еще одним, не стало еще одним способом бегства. Способом бегства от реальных проблем. От ваших проблем. И попыткой немножко потянуть время. Почему потянуть время, спросите вы. Зачем мне тянуть время? А потому что у вашей позиции, в которой вы находитесь, есть вторичная выгода. Есть ваша вторичная выгода, которую вы получаете. Поэтому еще одним обязательным действием для вас является выявление вторичной выгоды. Да, вам ситуация не нравится. Да, она вас напрягает. Да, вам в этой ситуации тяжело. Это правда. Это верно. Но тем интереснее и парадоксальнее выявить момент,
вашей вторичной выгоды, чем сильнее вы будете сопротивляться тому, что вторичная выгода для нас присутствует в этой ситуации, тем больше эта самая выгода. Так работает человеческая психика. На этом, пожалуй, я думаю, можно мой ответ завершить. Он получился достаточно большим, он получился достаточно объемным, я надеюсь, подробным, полезным. Вот. Я надеюсь, что вам это пойдет на пользу. Желаю вам всего самого доброго, удачи. Буду благодарен за обратную связь по нему.